Друзья, послушайте великолепное стихотворение Эндрю Фриз «Уходя в тишину». Оказавшись один на один с тишиной, в безвоздушном, душевном пространстве не печалься, из истинной жизни не спорь, убедившись в ее постоянстве. Плотно двери закрыв и зашторив окно, и в безмолвии спрятавши душу, уходя в тишину, ты увидишь одно, то, кому ты действительно нужен. Спасибо вам, что вы были со мной, что вы меня слушали. А сейчас я говорю вам пока, пока и до новых встреч в наших новых.